Здравствуйте, наши дорогие зрители, с вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашего подписчика Николая Серегина. Добрый вечер, Олег Алексеевич. Спасибо за обратную связь с вашими подписчиками. Правительство и Совет Федерации повторно направили в регионы для обсуждения законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лично я считаю этот законопроект нарушением прав россиян. Или вы думаете, что в условиях пандемии это необходимость? Ответ. Здравствуйте, Николай. Я считаю, что все это политика. Политика усмирения и контроля за гражданским обществом. Никакой необходимости в кодировании граждан РФ, как и в крупномасштабных антиковидных мерах, нет. Что, в Швеции живут не такие люди, как мы? Там не было никакой антиковидной кампании. И что? Разве там массово вымирают граждане? Ничего подобного. Как жили, так и живут. Спокойно, счастливо и долго. В африканских странах сегодня всего привито около 7% населения. Жара, антисанитария на каждом шагу. И что? Разве там население на грани вымирания? Ковид живет в основном в российском телевизоре и приходит к нам из него в виде фобий, страхов. Борьба с ковидом очень выгодна государственным чиновникам и экономически, а главное – политически. Мы еще много узнаем об этой афере века, но это будет позднее. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.